Я вас всех приветствую. Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я вам расскажу, зачем я продал свои автомобили, скажу, за сколько я их продал и куда я планирую тратить деньги. Поэтому видос будет довольно-таки интересный. У вас есть реально шанс заработать, поэтому смотрите видео от начала до конца. Я думаю, вам очень понравится. Но я вам в свою очередь напоминаю, то, что играю на проекте Amazing RP. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если вам в начале игры понадобятся деньги, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Его можно найти на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, не буду вас задерживать. Могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял. Полетели. Ну что ж, ребятки, давайте я вам теперь расскажу, для чего я продал свои автомобили, какие автомобили продал, за сколько, почему там и так далее. Сделал я это для того, чтобы для вас записать довольно-таки интересный контент. Я не знаю, понравится он вам или нет, но как бы вам это только, я думаю, на руку, потому что вы реально можете заработать либо деньги, либо получить автомобиль. Слушайте просто и смотрите внимательно. Я стараюсь как бы для вас, я обещал то, что перед Новым годом я сделаю какие-то подгоны там, буду там новичкам помогать, подписчикам там и так далее. Вот получается то самое видео, но я решил разделить на две части. В этом ролике я буду покупать автомобили, вам это показывать, возможно, еще повыбиваем номера, а в следующем ролике я уже буду дарить автомобили. Для тех ребят, которые не играют на 02, как бы не расстраивайтесь, давайте даримся так, то что вы набираете на этом ролике 150 лайков, а сделать это несложно, потому что если каждый поставит лайк, кто посмотрел, то вы легко это сделаете. Я думаю, вы сами это понимаете. Если вы на этом ролике набираете 150 лайков, то перед Новым годом я сделаю розыгрыш на всех серверах. То есть я разыграю либо какой-то интересный автомобиль, либо хорошую сумму денег. Зависит, ребятки, только от вас и от вашей активности. Реально, не ленитесь, возьмите, поставьте лайк, ну и можете подписаться на канал, кто не подписан. Ну что ж, ребятки, вот вы можете наблюдать мой автопарк, как бы, да, пацаны, я продал, получается, Lancer и BMW M5 E34. То есть я продал два своих автомобиля. Газон, не переживайте, я не продавал, он просто у друга, я дал ему покатать. То есть я продал специально два автомобиля. Lancer я продал за 13 миллионов, BMW я продал за 20 миллионов. Но я так подумал, то что контент важнее, поэтому я продал эти автомобили, получил за это, в принципе, неплохую сумму и готов потратить их на контент. Смотрите, у меня получается есть вот такая вот таблица, это люди, которые последние вводили мой промокод. Ребятки, у вас есть шанс тоже получить автомобиль, то есть, допустим, сегодня вы смотрите это видео, и завтра я уже буду дарить эти машины. Я зайду в игру, напишу команду, открою рефералов, и если кто-то из этих людей будет в сети, я ему подарю машину, возможно, там еще что-то. То есть, я буду дарить автомобили как и подписчикам, так и обычным игрокам. То есть, я, получается, ребята, хочу быть в роли Деда Мороза, я хочу подарить 10 автомобили за 1 500 000 рублей. Да, я понимаю то, что возможно это как бы немного, я думаю, это все равно достойно. Было бы больше денег, ребятки, сделал бы реально лучше машины, точнее купил бы лучше машины, я бы сразу же там, знаете, подарил бы М5 там, либо гелики и так далее. Купить я решил, ребятки, именно BMW. Не знаю почему, просто я посмотрел Мерседесы, то есть там можно купить либо Лупатова, он стоит 1 миллион, либо получается, как он, Волчок, либо Кабана. Но я так подумал, то, что, ну, эти машины на самом деле не особо такие хорошие, а вот, допустим, вот такая вот BMW 7, пацаны, я думаю, будет бодро. Тем более, я все равно в любом случае больше люблю BMW, поэтому BMW будет как бы дарить приятнее, понимаете? То есть я куплю 10 таких автомобилей, на самом деле сейчас у меня слотов как бы не хватает, я сейчас куплю где-то штук 5-6, и потом уже куплю остальные, когда уже подарю эти машины. Ну что ж, я предлагаю покупать, как бы, я не знаю, наверное, в черном цвете, скорее всего. Давайте в черном цвете будем покупать. Ну, либо в разных цветах, я не знаю. Покупаем, как бы, транспорт именно для себя. Да, я понимаю то, что эта тачка там не пиздец охуенная, не очень супер классная. В любом случае, ребята, это как бы иномарочка, тем более бесплатно. Я думаю, реально бодренько. 10 штучек, как бы, я выделю. В принципе, еще можно поехать в тюнинг, посмотреть, сколько стоит тюнинг, если он как бы недорогой, возможно, мы еще все тачки зафулим. Ребятки, я считаю то, что выглядит реально очень даже бодро. Да, это старая
старая BMW, это семерочка, легенда как бы. Так, ну что, давайте посмотрим тюнинг, получается. Чип-тюнинг стоит 200 тысяч рублей. Бля, в принципе, недорого. Все, ребятки, я поставил как бы. Чип стоит, антирадар стоит, сигнализация стоит, и бак я тоже поставил. То есть, в принципе, не особо дорого, то есть там в целом выходит около там 700 тысяч, может быть. Так, давайте сейчас максималочку заценим. Максималочка у нее получается 207 километров. Нормально. Без чипа она ехала 179, с чипом получается 207. Поэтому тачка у нас без номеров. Сейчас реально залетим, попробуем. А вдруг, пацаны, а вдруг реально повезет? Просто я не знаю, какие номера ставить, русские либо украинские. То есть это остается вопросом. Давайте, я думаю, поэкспериментируем. На эту тачку поставим, наверное, русские номера. И выберем регион, либо Москва, либо Питер. Выпала полная шляпа. Ладно, давайте попробуем теперь сменить номер. У меня есть, получается, 10 попыток. И, в принципе, мы можем еще раз попробовать. Блять, ну обратно какая-то хуйня выпадает. Ну, блять, сложно на самом деле номера выбивать. То есть это надо прям сидеть, дрочиться, чтобы что-то нормальное выпало. Либо оно падает просто рандомно, знаете, блять. На похуях заезжаешь, просто поставить номера, и тебе выпадают фулл-блаты. Ну, не фулл-блаты, либо полублаты хотя бы. Давайте попробуем 5 попыток. Если нет, едем за другим автомобилем и попробуем там уже, чтобы было более интереснее. Так, Москва. Да, пацаны, что-то вообще, ну, хотя бы, не знаю, там, зеркалочки, может, какие-то буквы, там, не знаю. Блять, ну, вот именно что, ну, полная залупа, пацаны, выпала. Поэтому, ладно, движемся дальше, короче, едем за следующим автомобилем. Полная хуйня выпадает, в принципе, ну, я не удивлен. Потому что номера реально сложно выбивать, но возможно. Давайте, я не знаю даже, какую область, я без понятия на самом деле, потому что тачка будет не для меня. Ну, давайте, Киевскую область давайте попробуем, почему бы и нет. Ну, буква нормальная, а вот цифры полное говно. В принципе, ладно, идем дальше. Так, обратно Украину выбираем. Ну, хотя хуйня все равно тоже, пацаны. Ладно, давайте еще одну попыточку, получается. У меня, по-моему, одна осталась. Может, две, я не помню. Ну что ж, ребятки, короче, ничего не выпало. Я даже пробовал номера других стран, там, Казахстан, Грузия, там, и так далее, то есть... Как бы, ну, ничего не выпало, короче. Но в любом случае, пацаны, я реально надеюсь, то, что вам такой ролик понравится. То есть вы меня поддержите за мое старание. То, что я взял реально ради контента, продал свои тачки, чтобы как бы вам подарить радость. Я думаю, то, что, ну, это реально достойно лайка там и так далее. Возможно, в будущем, если вам такое понравится, я... Возможно, потом поднакоплю денег и еще, допустим, там куплю какие-то автомобили подороже. Ну что ж, ребятки, я думаю, это можно ролик заканчивать. Я вроде бы вам все объяснил, показал, рассказал, как бы. И надеюсь, то, что вы реально меня поддержите. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Я не могу примерно сказать, когда буду записывать видео. Скорее всего, я это видео выложу, получается, 25 числа. И уже потом, там, 27-28, я уже буду дарить эти автомобили. Поэтому, как бы, будьте в игре, как бы, следите за мной, не знаю, смотрите, когда я в игре, там, и так далее. То есть, у вас будет шанс реально получить автомобили. Ну а так, ребятки, скоро получается Новый год. Всех вас реально с наступающим. Напишите в комментариях, как будете проводить Новый год, там, с родителями, либо с друзьями, чем будете заниматься там и так далее. Мне будет интересно почитать. На Новый год, ребятки, выйдет ивентик, поэтому я вам советую не пропустить. Я буду стримить, буду снимать обязательно, потому что ивент реально самый интересный, самый такой, я думаю, классный, на котором можно реально даже бабки пофармить. Будет лабиринт, будут, получается, санки там и так далее, поэтому... Ребятки, не пропустите, повторюсь, все ссылочки в описании. На этом я с вами прощаюсь, всех обнял, приподнял, всем пока-пока.